Водитель легковушки, протаранивший автобус в Челябинске, был пьян. В итоге в аварии пострадали 7 человек, среди них ребенок. Один пассажир автобуса ПАС попал в больницу, а все случилось на выезде из города. Сзади в пазик врезалась легковушка. Ее водитель не пострадал. Движение из-за аварии не перекрывали. Маршрутку и автомобиль уже эвакуировали.